Привет, мои любимые. Снова мы пришли на ярмарку, потому что за неделю у нас уже закончилось все. Еда и сметану съели, только осталось масло так дома. Тут вообще так атмосферно, как в южных городах. Очень классно. Смотрите. Извините. И клубничка, и помидорчики. Все тут. И вот такие вот покупатели, и помощничек там. Мальчик маме, наверное, помогает вот этот. В общем, очень все красиво. Захотелось вам еще поснимать. Птички летают. Клубничка 350 рублей. Видно, что она огорода. Очень красиво. И помидорчики розовые по 190. Ой, извините, пожалуйста. Я нечаянно, простите. Я понимаю. И 190. Просто он такой короткий, прям в половину меня стоит. Я его даже не заметила, наступила ему немножечко на ногу. Ну не сильно. Ой. Отойдите. Хочет открывать зонтик, чтобы никого не ударить. Сейчас мужика ударит. Нет, не ударила. А, ударила по голове. О, открыла зонтик. Смотрите, сколько людей вообще. Наверное, со всех пригородов из Геленджика самого понаехали. Понаехали. Смотрите, какие желтенькие помидорчики. Я Юнку потеряла. Вот где она? Мне надо хотя бы примерно ее где-то это как его держать. Надо с ней договориться, где встретиться, если что. Ну, если я, как всегда, потеряюсь, потому что я вообще пошла. Та-ра-ти-да-та. Не знаю, что вам интересно показывать-то. Вон у мужика полная картина чего-то. Не знаю даже чего. Ну, чего-то. Сколько людей. А тут молочные. Вот берут сыр. Сыр и сметану, и творог. И чего только. И молоко. И всевозможные сладкие. Это будет как их. Помидорчики, помидорчики забираем. Помидорчики забираем. Реально розовые подкладывает. Красота. Скажу Юльке, что я тут, чтобы нам не было. Ну, сколько он яблочек купил. Такая геленджикская ярмарка. Захотелось хоть немножечко вам показать, мои любимые. И такое солнышко. И ляльки тут гуляют. О, это прям я в детстве, точно. Один в один. Не знаю, где ее родители. А? Я не знаю, я тебе переписал только в одном месте. Ну, в общем. И кабачки уже молодые, смотрите. Кабачки 75 рублей. И 180, вот те, которые покрупнее. Так, а мне помельче даже, больше нравится. Баклажаны 180, а кабачки 75. Прикол. Баклажанчики супер. И пахнет так и луком, и укропом, и клубникой. И все это смешивается. И помидоры пахнут очень. Угу. Хотят покрупнее. Но мне кажется, покрупнее это пестицидные все. Покрупнее это не то. Надо помельче, она вкуснее и не вобрала в себя всякие пестициды. Смотрите, какие тут баклажанчики классные, помидоры.
Огурцы какие огромные. Наверное, там что-то на это наполивали. Тут по 180 помидорчики, очень красивые тоже. Желтенькие есть вон. А редисочка такая по 80 рублей. Не хочешь редисочку со сметанкой? Да, я сметану купила. Сметану купила? Сметану, творог и красный. Давай, я редиску еще не ела в этом году. Будем желание загадывать. Давай. Я бы еще бы огурцов взяла с помидорами. Да? Так и возьми. Самому набирать, да? Самому набирать даже разрешают. И выбирать, и что угодно. Смотрите, какая свекла. В смысле буряк по-украински, видите, он прям с ботвой продается. Вот это мне здесь нравится. Но не нравится, что лук головки вот эти отфигачивают. Это плохо. Так, вот такую хочу. Сейчас попробую, чтобы была свежая. О, очень пахнет обалденно. Беру. Где там ее? Слышь? Эй! Хочу такую. Возьмешь? Буду ее кушать. Я вот эту травку обожаю. Ой, потихонечку. А то вы на мою эту кузбру. Нет, оставь там. Че хочешь? Че ты я меня хочу, звал? Чтобы ты помидорки вот эти взяла. Так надо их выбрать. А почем они? Столько же, сколько здесь 190. Ну, хотя бы 400. Давай. Как они пахнут, как она пахнет. Обалденно. И чесночок молоденький. Видела? Ты хочешь? Не-а. Чеснока что-то вообще не хочется. Вот эту хочу кузубру. Как кузубра по-русски? Кинза. Кинза. О, хочу кинзы поесть. Девочки, не ругайтесь. На, купи вот эту. А я посмотрю помидорчики. Та-та-та. На-на-на-на. А я не знаю, как они наличными. Вот огурчики тут прикольные, не вот эти огромные, как там. А ты там зачем стоишь? Это традиция везде. Тут огурцы лучше, иди сюда. Я согласна с вами. Вы по хлебному сыне везите. Да. Не редиска какая, смотрите. Кто в доме хозяин? Охрененная. Нас мало осталось. Но мы в тельняшках. Что тут за огурцы? Хотя да. Тоже, не знаю, какие-то они странноватые. Это розовый рай, зеленая семечка. Или там лучше. Смотри, какая редиска тут. Мне там больше. Да, мы пошли туда-туда. Я уже что-то пошла. Ты купила? Нет, ушли два человека. Иди. Так, что вам, ребята, показали? Три пришли. Где кузбра? Там осталось. Смотрите, вот такие пучки меньше делаем. Есть поменьше, есть побольше. 88, что еще? С корешками, да? Что еще? Огурцы сами выбираем. Какие яблоки, смотрите. Смотрите, какие яблочки. Женщина все перемацала. 88, это считаем 90. Ну ладно. Помидорчики коричневые и оранжевые. Картошечка молодая. Лялька там плачет. Укропчик. Вот лук, как я искала. Смотрите. Видите, он с этими оставляют с головками. Это самое то. А у меня, наверное, нет 20 рублей. Лук 20 рублей. Этот самый. Но он тут тоже почти без этого. Есть 20 рублей. Возьму лучок. Сметанкой. Вкусно. Вот такой лучок возьму. Он так более-менее с этими с головками. Ну, тоже отрезали. На паузу можешь поставить? Да. На паузу. А тут какие близняшки, смотрите, сидят в коляске. Ты да, 20 рублей отдала. Еще 20 осталось. Так давай, возьми кинза тоже, а то у меня что-то. А где кинза? А у вас кинза есть? Да, кинза есть.
А сколько стоит? 370, конечно. Сколько? Кинза? Да. 40 и 50 рублей там раз. А нам на 20 конечно. Можно? У меня 20 рублей есть. Можно на 20? На 20 нет, мы не будем вязать просто. А-а-а. У тебя есть? 50 рублей есть. А, тогда. И 35. Давай. 40? Сколько тут? 40? 38. А, 2 не хватает у нас. Ничего? Угу. Спасибо. Пожалуйста. Это кинза? Да. Или это петрушка? Дай попробую. Кинза. Да. Ммм, как пахнет. Спасибо. Да, пожалуйста. А. Молодая. Она мне 300 рублей. Взяла кинзу, мне подвесила на 80. А тут иди сюда, посмотрим, что тут. А, тут закатки, смотри, сколько всего. У-у-у. Красота. И баклажаны есть. А почем, интересно? Давай спросим. Тара-ти-да-ти. Какие баклажанчики. Здрасте. А почем у вас такие баклажанчики? 250. А такие? А, вот там цены? Спасибо. Посмотрим цены. Капуста, морковь. Цветная, имбирь, арбуз, помидор. Что-то я не... А, баклажан фаршированный. 250 рублей килограмм. Ну, класс. Вообще класс. Слышь, 250 рублей килограмм баклажан. А то что? Грибочки. Грузди. 480 рублей килограмм. Ну, что, прикол. Запах да. Обалденный. О, худющая, как я в детстве. Что, ты не хочешь баклажанчик один взять? Нет? Там, наверное, много чеснока и всякой фигни внутри, да? А тут сколько людей. Ой, тут свинина, говядина. А тут зачем очередь? За рыбкой. Пахнет, как рыбка, сильно. Красота. Страшная сила. Тефаль, это которая в Архипо-Осиповке выпрыгивает из реки. Сколько я там снимаю уже вам? 12 минут. Это какая классная. Запах, конечно, обалденный. Владимир Вячеславович, да? Рыбец, две штучки. Судака один. А она сильно костлявая? Красота. Нет, она вообще не костлявая. Вы что, берите? Не думаю. Я тут свежая рыба. 220. Сазан. Вот это сазан. Смотрите, какой он сазан. А там вон, смотрите, что. Судак. Судачка я ловила. Как-то с братом доставали на этого. А здесь да, барабуля. Барабуля, да. Так. Надо ему показать, где она. Сколько вот примерно? Не, барабуля, не, она любит. Не, много, много. Да ты чего, смотри. Килограмм. Да нет. Барабуля, ставривка. Там что, не знаю. Нет, можно еще нет. Тут что, не знаю. Сом. Обожаю сама. Еще что? Просто где его тут готовят, не знаю. Рыбка. Обалденная, конечно. Вот это что? Скат. Кот. Черноморский. А где Васильевна делась, как всегда? Там вон ляльку. Папа держит, как всегда. Не могу, лялька спит. Видите? Куда Васильевна делась? Васильевна! Куда ты опять сбежала? За помидорами, наверное, пошла. Пойдемте поищем. А, как я могу на такой ярмарке огромной найти ее, где она? Нашла. Там есть рыбка. Я купила на 150 рублей 4. Покажи, дай посмотрю. Какая классная. М-м, пахнет вкусно. Все первые.
Красивенькая, да? Молодец. А что ты там еще покупала? Сметану? Сметану, творог и два сыра чечем. А помидоры не купила? Так пошли в другой возьмем, к этой не будем подходить. Че она тебя хотела надурить? Она видит, что ты добрая. Добрая. Тут целая очередь. Не знаю зачем. Пойду посмотрю. Это все люди туда стоят. Сейчас гляну, что там за очередь. Я как Мухаммед. Творожок и сыр. Пахнет. Тоже вкусно так. Лялька тут. Столько эпизодов можно наснимать. Просто... О, этого деда я уже видела. Свечечки продают. Если кому-то надо, свечечку подходите, покупайте. И полный город меда. Мед. Мед. Как-то это. Тут мед. И тут мед. И тут мед. Лялька лезет к меду, как пчелка. Малюсенькая. Это все мед, свечечки. Свечечки. А эти свечечки у вас что, почем? Ну, вот такие вот по 200 рублей. Ага. Есть поменьше вот такие вот по 100 рублей. И вот самые большие такие по 300. Ага, спасибо. Обезьяны. Такие обезьяны по 300. Прикольно. Такие по 300, такие по 200 свечки, а те по 100. Не надо тебе свечки? Ну как, например, Ири Хинди Лайф купить такую сову в подарок. Оно тоже вкусная гречка. Попробуй. Например. Дай попробуешь гречку? Не хочет Юлька. Тут хлебушек бараточек продает. Женщина чуть не на ногу не уехала. Ну ничего, нормально. Тут пиццы за 50 рублей. И ты будешь пиццу за 50 рублей? Какой маковый крендель? Где? Там внизу? Сейчас посмотрю. Маковый крендель. Рулет с маком. Яблоко. Еще по 60 рублей. Крендель. Мак 60 рублей. И рулет тоже с маком 50 рублей. Сколько всего? Там 100 рублей. Что это? Прянички шоколадные, что ли? И пирожки по 25 рублей. Чего только? Коробочки закончились. Там и пирожные, и корзиночки, и чего только, чего только. Ну, ладно. Идем дальше. Смотрим. А тут как красиво. Цветочки. И дедушка курит с бабушкой. И бабушка курит. Два дедушки охраняют бабушку, которая курит. Ладно, мои любимые. Показала вам немножко ярмарку. Спасибо, что вы со мной. Очень-очень-очень люблю вас. Ярмарка Геленджика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова